Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу поговорить о сокращениях и о бирже труда, и какая попа-боль будет вас преследовать, когда вы встанете на биржу труда. Так вот, тех людей, которых сейчас сократили, которые работали со мной в организации, ждала одна выплата выходного пособия. Там она примерно у всех одинаково, чуть может больше, чуть может меньше, там около 80 тысяч рублей. Им, по идее, должен работодатель еще выплатить через месяц одно выходное пособие, без всяких заявлений, просто парни туда должны приехать с паспортами, с трудовыми книжками и написать по-любому какое-то заявление, и работодатель должен выплатить как бы им второе выходное пособие. Та же штука примерно с третьим выходным пособием, но надо уже идти на биржу труда, писать у них заявление, с этим заявлением, с паспортом и трудовой книжкой ехать к работодателю. И работодатель должен выплатить третью компенсацию. Резюмируя, в общем, работодатель типа выплачивает три средних заработных платы, но по разбитому, то есть раз в месяц. Про поход в центр занятости. Когда я думал, что я приду в центр занятости, мне там, ну, помогут, на какие-то вопросы ответят, что, как делать. Но по итогу нет. Причем задница у меня горит с того, что это все люди, ну, все люди, которые работают в центрах занятости, это люди, которые, которым выплачиваются зарплаты с налогов, там, моих, ваших, без разницы, кто официально работает. Я пришел и спросил, как мне стать безработным, встать там на биржу труда и так далее. На что мне настойчики ответили, типа, ну, вы приходите домой, там, в госуслугах сами регистрируетесь. Про себя, ну, возможно, это неправильно, но про себя я подумал, типа, я плачу налоги, с этих налогов вам платится зарплата, почему я как бы должен там сидеть дома, сам разбираться, может, что-то не так заполню или еще что-то. Оказалось, все очень просто, но я докопался. Женщина, которая стояла за стойкой, объяснила, что мы можем либо вас зарегистрировать через наш компьютер, либо дома через свой зарегистрируйтесь. Я сказал то, что давайте-ка на вашем компьютере вы покажете, что к чему и как, чтобы я не ошибся. Меня попросили подождать, подождал я очередь что-то около, наверное, получаса. И знаете, что случилось? В стабильной сверхдержаве сервер вот этих работодателей, там, работа России или как так, работа РФ, просто упал и все. Соответственно, зарегистрироваться мне в нем не удалось. Мне сказали, брать талончик, там и физически идти к работнику центра занятости. Я пришел, на что мне просто сказать, типа, пацан, иди нахрен отсюда, дома регистрируйся, мы тебя дома, ну, тут мы тебе ничем не поможем. Пришел домой, зарегистрировался на госуслугах, то, что я, ну, меня сократили, я хочу встать на биржу труда, и мне пришло и на e-mail сообщение, то, что в течение 11 дней вам позвонят, предупредят, когда вам там идти на биржу труда. В итоге позвонили там буквально через сутки, сказали, как приходить, пришел в назначенный день, принес все документы, дипломы, справки, удостоверения. Все, что, короче, просили, то и принес. К окну подошел, дал все эти документы, меня зарегистрировали, выдали удостоверение безработного. Я с этого очень сильно смеялся. И назначили там буквально через, по-моему, дня 4 еще одну встречу в центре занятости. Пришел через 4 дня, мне выдают справку, типа, что вы будете признаваться безработным, ваша средняя заработная плата 83 тысячи там или 84 тысячи рублей, но государство может выплачивать только 75% от этой заработной платы. То есть это там где-то 63 тысячи рублей они могут мне выплачивать. Я такой про себя думаю, ну хотя бы 63 тысячи рублей. Я же налоги платил, зарабатывал много, много налогов платил, наверное, они могут позволить мне, точнее, не могут мне позволить мою среднюю заработную плату выплачивать, ну хотя бы 63 тысячи рублей повыплачивают, пока я ищу себе достойную работу. А ниже там написано то, что, но не больше 12 130 рублей. Короче, средний заработок мой 84 тысячи рублей или 83, биржа типа
75% мне будет от среднего заработка выплачивать, это 63 тысячи рублей, но не больше 12 тысяч рублей они мне смогут выплатить. Короче, мне будут выплачивать якобы 12 тысяч рублей. Я не то что посмеялся, я расстроился, потому что зачем я плачу налоги, если государство в конце концов меня не может содержать там месяц-два. Я его, ну, понятное дело, не прошу содержать. Я встал на биржу труда, чтобы мне работодатель выплатил мои средние зарплаты законные. Но просто люди, у которых нет такой возможности, да, они идут на биржу труда, и у них средний заработок, допустим, да даже 30 тысяч рублей. 75% им там будет выплачивать якобы биржа должна, но выплачивает она 12 тысяч рублей максимально. Это же смешно. Ну и вот с этого у меня начала жопа гореть конкретно. Так что работать официально отпадает желание совсем. Ну зачем? Зачем платить налоги, когда государство тебя и так отымеет? Так что так.